Так, брось, сейчас на сайте Розетки вышла инструкция о том, как восстановить Apple Pay на айфоне при помощи восстановления, ну, при помощи типа утери смартфона. В общем, сейчас попробую это сделать, но важно, что работать будет только с картами платежной системы Мир, которые уже были добавлены у тебя в Wallet. То есть, если ты не добавлял, то ничего работать тебе не будет. То есть, в данный момент у меня добавлена уже карта, и, к сожалению, эта карта пишет «Использоваться не может». Она не соответствует условиям системы Apple Pay. В общем, давай проверять. Ребята пишут, что нужно зайти в iCloud в раздел «Найти iPhone». Даже ссылку любезно оставили. Респект. Перехожу по ней, нахожу на карте свой iPhone, выбираю его и нажимаю «Режим пропажи». Номер и сообщение указывать не буду, ибо зачем, я же его сейчас разблокирую. Далее беру iPhone, разблокирую его и несколько раз вхожу в Apple ID. После чего мне приходит уведомление о том, что мои карты готовы к использованию, и карта Мир уже не заблокирована. Так, ну, у меня вроде бы получилось, но, по крайней мере, теперь не высвечивается сообщение о том, что эта карта не соответствует платежной системе. Вот. Так что быстренько здесь доснимаю и через пару часов отправляюсь в магазин проверять, работает ли Apple Pay на моем айфончике. Итак, момент истины. Да, все хорошо, платеж проходит. Однако на утро меня ждало вот такое вот сообщение. Моя карта Мир снова не в почете. А что если взять и провести эту процедуру еще раз? Что ж, карта Мир снова активна, но делать это каждое утро, ну, такое себе. То есть это одноразовый эффект.